Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Прибежала к вам с очередной хвостушкой. Вот такого замечательного зайчика в полотенце лепила я сегодня на закрытом уроке. Посмотреть его можно на платформах Танин Торт МК в Телеграм. И также можно посмотреть его в ВК, в группе для донатов. И, конечно же, можно данный урок приобрести отдельно. Фигурка небольшая, всего 11 сантиметров в высоту и 132 грамма по весу. Для ее покупки вам достаточно написать мне в любую соцсеть, которую я укажу под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылку на урок. Все уроки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время ссылка станет недоступной. Нет, вы покупаете урок один раз и используете его ровно столько, сколько вам необходимо. Сама по себе фигурка несложная, подойдет даже для начинающего лепильщика. Она сейчас очень популярна для детских тортиков, поэтому я, конечно же, надеюсь, что вы либо вступите в мои платные платформы, либо вы купите данный урок отдельно. Надеюсь, что фигурка заслужила ваших лайков, заслужила ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.